Здравствуйте! Вы смотрите афишу. На вечно терзающий вопрос, чем заняться в эти выходные, отвечу вам я, Юлия Север. Театр оперы и балета приглашает всех от мала до велика 20 июня. На сцене балет «Белоснежка» и «Семь гномов». Согласитесь, и эта история интересна каждому. В этом спектакле по сказке братьев Гримм действуют гномы, обитатели леса, белочки, лисички и, конечно же, красавица Белоснежка. А заняты в постановке и взрослые артисты балета, и учащиеся хореографического училища. Хотите сказочного настроения? Тогда 20 июня отправляйтесь в театр оперы и балета. Интеллектуальная комедия «Коломбо» ожидает зрителей театра «Самарская площадь» 20 июня. Пьеса знаменитого французского драматурга 20 века Жана Ануэ посвящена вечной теме – столкновению любви, искренности с миром, где торжествует пошлость, продажность и фальшь. Молодой бедный музыкант Жульен, уходя на 3 года в армию, вынужден просить свою мать, знаменитую актрису мадам Александру, позаботиться о его семье, жене Коломбе и маленьком сыне. Несмотря на серьезность тематики, «Коломбо» в театре «Самарская площадь» комедия, интеллектуальная комедия. Есть о чем задуматься, есть над чем посмеяться. Не пропустите. Днем позже на сцене Самарской площади спектакль «Фэншуй» или «Руководство для любовницы моего мужа». Как чувствует себя мужчина впервые за 20 лет супружеского брака, изменивший жене? Да еще если любовница, как две капли воды, похожа на жену, так что даже родная мать не различает. Сюжет, построенный как детектив, держит зрителя все время в напряжении. В то же время легкий тон, острый юмор делают спектакль легким для зрительского восприятия. Все по фэншуй. 21 июня, театр «Самарская площадь». На этом всем. Помните, что летом настроение задаете себе вы сами. Улыбайтесь, и будет вам счастье. Хороших выходных. Пока.